Здравствуйте, дорогие друзья! Петриков Сергей. И я хочу вам показать свой альбом за 2020 год. Ну, как бы отчет о прожитых приятных днях. Вот Васенька у вас на обложечке виден. Надеюсь, что сейчас будет посветлее. Хотя там система захвата пишет, наверное, в оригинальном свете. Вот он, Васенька, наконец просветлился. И вперед. Так, ну это Виктория Джастис. Я пишу стихи для нее. Это моя муза. Видите, какая она красивая. Вика. Вот. Слов нет, но вы сами стихи можете почитать. Если попросите адреса у меня на стихи.ру, да, найдете, наберете там что-нибудь. Так, ребята, значит, я так шибко не описываю. Там вот раньше был Любик, да, вот Любик, давайте еще раз посмотрим. Любик. И все идет вперед, тем не менее. Ну, то, что тут абстрактные картинки, вот стихи подписаны, это стихи, когда я подбираю картиночки. Здесь уже ничего не сделаешь. Они не ко мне относятся, но они очень красивые и отражают характер моих стихов. Я их же ищу по характеру. А вот рядом с Викторией Джастис здесь посылка от Маргареты, принцессы. Так, неплохо, да? Маргарета Шлезвиг-Хольштайн земли присылает мне к дню рождения посылку. И я, конечно, счастлив. Это для меня такой день безумно приятный. Здесь я вроде замещал, но не заместилось. Так, ну ладно. Значит, так и будет. Ну, вот это делается иногда с помощью техники особой, программной. Здесь музеум Сберг, вот и здание на нем, музейное здание, одно из двух больших зданий старинных. А это дорога туда. Ну, здесь, конечно, мог бы я еще одну дорогу заместить, но теперь уже все. Что-то просматривал, в смысле замещения фотографий, ну, которые невыразительны или дублируются. Вот здесь мог бы заместить. А может, это вообще он не реагирует на замещение, ребята. Ну, не важно. Важно, что вы видите, что вот мои идеалы, честь и слава труду на благо народа. То есть СССР восстановить. Алешенька, он тоже за СССР. Что ему это все капиталистическое, без энтузиазма, без любви к родине, да, деньги, деньги, что нам это? Это нам не идеалы, это разрушение человечности. Ну вот мой сад, видите, розочка, которая выращена мной. Ну как мной, природа растит. Вот здесь, конечно, вот сад здорово, но было бы лучше, если бы найти бы место побольше для этой фотографии. Васенька очень хорошо царственно сидит. Шлезвиг, видите, да, дом кирхи, знаменитая церковь Шлезвига, очень мощная, конечно. Так, Клюксбург Шлосс, а это Кавалирхаус. Ну, уж не знаю, из-за того, что кавалеры туда ходили, или это означает просто для гостей приезжих, как бы, ну, такая не гостиница, а такой дом, где бы они могли переночевать. Но там Маргарета живет. Я могу даже сказать, где она живет. Вот она живет в правой части этого дома. Вот. Ну, не буду больше рассказывать, это все-таки персональные данные. Так, ну и она сейчас вообще в Гамбурге живет, так что я ничего там не выдал такого. Но я у нее был, и мы с ней занимались сахаджи-йогой, и, в общем, вот честь большая мне была оказана, конечно, принцессой.
Ну, наши лебеди, они, конечно, эти не наши, но у нас такие же точно, так что здесь ошибки нет. Да, иногда и кот другой, не Васька, но все равно порода близкая, может быть. Вот славянское наше прошлое, которое я очень ценю и воспеваю, русский дух. Это романтика, так сказать, музыки, когда и так может быть женская ручка наверху. Кстати, заметьте, женщина положила ручку. Она была активистка в этом смысле приятном, романтичном. А это, конечно, ну вы так Алые паруса вспоминаете сюжет. Все это созвучно с моими стихами. Тут и божественность, осмысление Всевышнего, любовь, отношения бесконечные, и они имеют всякие гаммы. Это вот кости, посвященные стихотворениям. И вы, если увидите, затормозите, там вот адрес даже написан. Придите, посмотрите по адресу это стихотворение. Четыре времени года, но эти цикличности для меня тоже святы. И все, что здесь, это, конечно, к стихам. Да. И, может быть, мало моих здесь персональных сейчас фотографий. Ну вот я, наконец, появился. Это наш Харислея, город. Он, конечно, рядом, но тем не менее он считается отдельным городом. Это наш Фленсбург, панорама. Конечно, она здесь неблагодарна, неблагодарна она сюда помещена, поскольку хорошо бы ей горизонтальное пространство уделить, но не все можно, все сразу. Главное, что видно охватом мощь нашего города, его красота в Васенькой кухне неразделимы, как партия и труд неразделимы. Вот, а Васенька работает, он без него я бы не жил так как-то радостно, уютно. Это его живая работа, ребята. И это живая работа Вселенной. Он меня и будет, чтобы не спал там, может быть, долго когда-то. И правильно, вот сад, видите, мой сад, вход концертный и белоснежный, подстриженный участок живой изгороди. В общем, все хорошо. А вот сад внутри, домик, его показаны атрибуты. Здесь Глюксбург, гостиница, Штранд-отель. Вот она с торца. Здесь медали. Конечно, это все приятно. Чехов Антон Павлович. Ну как это все вместе присылается? Тоже нужно знать, что здесь и свидетельство, здесь и очень хорошая корочка, которая удостоверяет, что я заслужил эту награду. И вот Виктория Джастис очень романтично выглядит. У нее смелые идеи фотографические всегда. И здесь вот зонтики наверху украшают ее облик. Артистизм присущий, конечно. Так же, как и вокальные данные, она же ведь не просто выступает в различных шоу и не просто так популярна только за свою красоту, но и за свои песни, которые она поет. Они стали хитами Америки. Так, ребята, ну здесь вы разглядите поподробнее. Это коллаж со мной. Мои путешествия на Канарские острова. Здесь вот, пожалуйста, Ксения Пономарева со своим партнером. Это все Америка наша дорогая, поскольку у нас дорогие наши родственники там живут, Пономаревы, опять все заполнено Америкой. Ну, Виктория Джастис, естественно, Америка. Так что у нас теперь связи какие-то по Америке более интересные, не такие вот, что Олег был, а сейчас вот Виктория появилась. Моя любимая муза, муза.
Все к стихам, видите? Виктория Джастис оживляет и радует. Ее улыбка не просто какая-то улыбка, ну да, конечно, с улыбкой часто актрисы имеют дело и снимаются, но это дело еще просто жизненного настроя душевного. Она действительно улыбчивая и светлая. Это южная земля Калифорнии, Лос-Анджелеса. Это все впиталось ей, и она выдает нам эту улыбку от души, а не по долгу модели, потому что она и моделью работает. Вот моя мама, и она, конечно, красива очень. Вот, и я тут на Майорке, и все это наше родное и необходимое нам. Вот Виктория и занимается еще и йогой. Йогой медитирует. Для нее это, конечно, тоже способ отдыха. Медитация – это способ душевного, но, как сказать, настроения другого, в отличие от суетной жизни. Вот эта обложка, не обложка, а одна из фотографий книги о Николае Пономареве. Это художник алтайский. Есть, конечно, у меня и брат двоюродный Николай Пономарев, но это однофамилец. К сожалению, здесь его нет фотографий, но как-то мы мало общались, и в Facebook не вошли эти фотографии. Ну, не все объять можно. Главное, что я его все-таки сейчас упоминаю, моего братика, родного брата Олега Пономарева, который в Америке. Вот вам Пегас, да, конь, который был связан с источником Ипокрены, и этот источник давал ему поэтический жар. Ну вот, все здесь с женщинами связано, они мои музы, и поэтому так вот наполнено женским божественным началом и здесь все, как и в моих стихотворениях. Вот Васенька, тот, который был на обложке, перешел и внутрь альбома. А здесь вот на рояле стоит коробка такая знаменитая для моих учениц, которые приходят, а потом какой-то подарок получают. Потому что они же любят подарки, дети. Вот Виктория, она тоже здесь, фортепиано рядом. И как бы в ответ на мои слова, тут же говорит, и я была девочкой, видишь, вспоминаю мое детство. Так, ну вот нельзя не сказать, конечно, о нашем гении, певце 21 века, знаменитом певце Димаше или Димаше Кудайбергене, а лучше сказать Дин Мухаммед Канатович Кудайберген. И он, конечно, очень много фигурирует в моих фильмах. Это, конечно, Зина Глотова, моя однокурсница по училищу музыкальному, по консерватории, дала мне этот путь, как бы заняться творчеством Дин Мухаммеда, Димаша. Он просто себя называет Димаш, чтобы все вот именно чувствовали его юную душу. Да, у него и все юное, и внешность тоже привлекательная, такая очень располагающая к себе людей. Недаром у него столько поклонников. Он тоже любит менять аксессуары одежды, чтобы, ну, быть разнообразным, как и Виктория Джастис. Они даже близки по годам рождения. Димаш родился в 94 году, 1994, а Виктория в 1993, на годик она старше
Ну, в общем, они, считайте, одного времени певцы. И оба певцы, и оба модели своего рода. Хотя Димаш, конечно, не занимается, ну, так вот, как модель специально, но он любит радовать своих поклонниц и поклонников. Ну, у него в основном девушки, женщины всех возрастов. Любит их радовать своими новыми одежными аксессуарами. Ну и вот Димашек еще раз, а вот смотрите, вот стопочка, она растет, у меня сейчас уже больше книжек. Ну, сколько здесь пока лежит, это часть моих поэтических трудов. Это альманахи, ну есть там вот скрытая книжка и, допустим, целиком моя, там все что угодно. Я просто все не могу показать. Вот Виктория Джастис, видите, она по миросозерцанию близка, конечно, и Димашу, Димашу, как хотите, так называйте, все будет хорошо. Так, вот Вика еще раз. Чудесная, молодая и задорная девушка. Вот так, на том я и прощаюсь с вами, дорогие друзья. Вы получили представление о моих интересах, симпатиях и моих радостях, потому что все, что я вам показал, входит в сферу моих интересов и, ну, как бы предпочтений. Всего доброго, ваш Петриков Сергей. Thank you.